Добрый день, уважаемые студенты и преподаватели Тюменского института культуры. 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Сектор литературы по дизайну предлагает вашему вниманию новую выставку «Добрых рук мастерство», посвященную народным художественным промыслам России. Наша страна славится вековыми традициями народного искусства. Выставка рассказывает об истории народных художественных промыслов, о замечательных мастерах-умельцах разных областей России, о самых известных и любимых промыслах и их центрах – Хохлома, Городец, Гжель, Жостово, Палех, Мстера, Федоскина и многих других. На выставке можно полистать иллюстрированные альбомы, представляющие все богатство и разнообразие народного творчества нашей страны. Есть, например, замечательные, яркие издания о русской народной резьбе и росписи по дереву. Причем среди них имеется интересная энциклопедия, а также учебные пособия по художественной росписи. Часть изданий выставки представляют искусство игрушечных дел мастеров. Здесь можно полюбоваться знаменитыми глиняными игрушками Дымковской, Абашевской, Филимоновской и даже узнать о традициях и технологии изготовления народной глиняной игрушки. Выставка расскажет и об истории создания знакомой всем деревянной игрушки, русской матрешки, и о том, как ее наряжали мастера-умельцы в разных областях России. Отдельно представлены на выставке русские художественные промыслы Урала и Западной Сибири. История их развития в прошлом и настоящем. Например, традиционный костюм народов Урала и уральская лаковая роспись по металлу, тюменский ковер и тобольский косторезный промысел. Побывав на нашей выставке, студент и преподаватель не только найдут для себя много интересного и творческого, но без сомнения испытают чувство гордости за самобытную русскую культуру и ее талантливых представителей, народных мастеров. Приглашаем всех на нашу новую выставку.